мне Гергалфа. Отведи ее к Шахзаде, а я сообщу в покое султана. О, Аллах, идемте. Ты видишь, лекарша пошла. Твой братик заболел. Надо бы проведать. Отпусти, мне больно. Потерпи, Мустафа. Немного осталось, сынок. Он простыл, вот и кашляет. Мой братик пришел, Мехмед. Сочувствую тебе. Как он? Хорошо. Выздоравливает. Уходи. И унеси сына. Мустафа, сынок. Ну как же ты? Что ж ты так расхворался? Плохо тебе, да? Очень плохо, сынок. Валиде. Маленький Шахзаде может заразиться. Да-да. Хюрем, Мехмеду опасно здесь находиться. Унеси его. Мы очень опечалены с Мехмедом. Выздоравливай скорей, Мустафа. Повелитель, вы позволите удалиться? Что с моим сыном? Он простудился, повелитель. Я наношу ему мазь. От нее кашель скоро пройдет, и он поправится. О, Аллах, какое счастье! Ты простудился. Скоро все пройдет. Когда Мехмед Челеби прекратил занятия? 2 недели уже. Я сразу сменила учителя, как узнала. Хюрем Хатун, куда ты? Если что нужно, скажи мне. Ничего не нужно. Я иду проведать Шахзаде Мустафу. Шахзаде уже лучше, машалла. Иди к себе, завтра навестишь. Сейчас никак нельзя. Государь изволит там быть. А он опять у них? Да, сидит у изголовья сына. Не стоит их беспокоить. Не беспокоить, а меня можно. Иди, куда шел, Сюмбюль. Тихо, Хюрем, тихо. Не надо ссор.